Помнить о бессмертных подвигах наших дедов и прадедов в годы Великой Отечественной войны – это не только почетная обязанность, это все делается у патриотично настроенных людей по требованию сердца. Особенно это актуально в год памяти и славы. В Славянском отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры не на словах, а на деле подтверждают важность работы по сохранению памяти подвига. Для того, чтобы полнее использовать возможности патриотической работы, члены общества смогли завоевать престижный президентский грант «Вахта памяти и славы». С его помощью, а также при поддержке районной администрации, общественники уже посетили Краснодар, где они почтили память Степана Дмитриевича Передерия, героически погибшего при защите краевого центра в августе 1942 года. На этот раз члены общества вместе с молодыми волонтерами посетили легендарную сопку героев в Крымском районе. Это одна из высот, которые освобождала Красная Армия в ходе сражений на известной голубой линии. Так обозначили советские штабисты оборонительный пояс в низовьях Кубани, имеющий ширину до 500 метров. Бои здесь отличались особым размахом и драматизмом. Она была укреплена, но просто, скажем так, превосходно со стороны вот военной стратегии. Здесь были и минные поля, здесь были проволочные заграждения, здесь стояли минометы, здесь стояли пушки. И вот эти километры, которые надо было пройти вот до вот этой вершины, ну, их было пройти очень сложно. Взволнованный рассказ о нестареющем подвиге солдат и офицеров, которые, не жалея своей жизни, сражались с гитлеровцами, никого не оставил равнодушным. Один из бойцов поднял проволочное заграждение, чтобы могли пройти, проползти воины и ценой своей жизни. Рассказывают о том, что бои за вот сопку 121-4, я сказала, что это 121 метр 40 сантиметров, велись, ну, очень напряженные. Программа, запланированная активистами Славянского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, предусматривает множество важных и нужных мероприятий. Программа наша. Значит, мы увековечение памяти наших погибших земляков. Значит, у нас много, в крае много погибло, в Краснодарском, и много на территории России, в других регионах. Значит, мы вот это занимаемся розыском, увековечиванием памяти. Значит, у нас мы проводим, значит, в школах проводим уроки мужества. В планах у славянских общественников посещение памятных мест Тимошевского и Темрюкского районов, мемориала на реке Курка, посвященного сражающимся на голубой линии. Кроме того, планируется поездка в Крым, в города Керчь, Феодосию и Севастополь, а также в Курск и Волгоград. Везде славянцы стараются найти наших земляков-героев, погибших в боях, и возложить цветы к их памятникам. Эстафета патриотизма, которую старшее поколение передает молодежи, позволяет сохранить священную память о героическом прошлом нашей страны. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».